Добрый день, Геннадий Валентинович, культура Гражданска. У меня вопрос больше экологического транспорта. Эти тематики уже прозвучали сегодня, однако хотелось бы более конкретно понять. Из доклада главы прозвучало, что город планирует закупить 5000 экологических трамваев. Первый вопрос. Когда? Что такое 5? Это для города ничего. Второй вопрос. Экологический транспорт, все-таки трамвай. Но кроме всего прочего, есть еще электробус. Почему их никто не использует? Посмотрите, что ездит по городу. Даже автобусом сложно назвать то, что ездит по городу. Как вообще он ездит по городу? Может ли он вообще ездить по городу? Зимой это факел дыма, это экология, это непонятно что. Почему не развивается экологический транспорт никак? Вот условно 5-10 трамваев. Другой вопрос. Не вопрос, а продолжение этого же вопроса. В стране бум автомобилей. Уже в Ачинске даже появились у нас пробки. Ну, правда, час пик, 8 утра, 5 вечера. Но вопрос другой. Основная масса людей едет в наше газообразующее предприятие. Ачинский газельный комбинат. Ни один, ни два, а очень много машин. Попробуйте проехать по улице. Или так, в сторону АГК. Откуда они едут? Район? Привокзальных микрорайонов. Их там 4. Как они туда добираются? Автобусы туда не ходят. У меня предложение на перспективу. Почему вы не продолжите трамвайный путь? Почему вы? Это дорого, это долго, а почему нет? Это чисто. И лишний раз машины не будут ездить. Это намного дешевле, чем ездить там на автомобиле до того самого завода, до того самого города. У меня все. Спасибо.